Дистрибьютор НТВ Плюс в городе Владимире предлагает спутниковые телевизионные антенны для приема отечественных и зарубежных программ, в том числе 4 новых концерта открывает певица, которую прекрасно знают и любят не только во Владимирской области, но и, представьте себе, в Бельгии, где она проработала целых 3 года. Музыка, слова и аранжировка Сергея Борисова. Подруга поет Алена Шудыкина. Встречаем! Вечерок по улице знакомой, милый мой дружок проходит мимо дома, только сердцу не прикажешь, хоть оно и мается, но почему с моей подружкой он встречается? Ах, подруженька моя, что ж ты наделала? Видно, скоро наша дружба разладится. На троих одна любовь не разделится. Полюбила ты того, кто мне нравится. Ох, судьба моя, судьбинушка лихая. Лихая. Что же делать мне, как быть, сама не знаю. Почему все так нескладно получается? Ах, подруженька моя, что ж ты наделала? Видно, скоро наша дружба разладится. На троих одна любовь не разделится. Полюбила ты того, кто мне нравится. Видно, шила я напрасно платье белое. Значит, свадьбе не бывать этой осенью. Ах, подруженька моя, что ж ты наделала? Полюбила, поиграла, да бросила. Ах, подруженька моя, что ж ты наделала? Видно, скоро наша дружба разладится. На троих одна любовь. Ваши аплодисменты Алене Шудыкиной! Ну а следующая песня весьма необычна и по содержанию, и по исполнению. Скажите, друзья, кто-нибудь из вас знает, что такое мандрагора? Мужчины должны знать, зачем нужна мандрагора. Если вы не знаете, то вам помогут это сделать музыканты из группы «Мандрагора». Встречаем! Авторы самобытной композиции с таким же названием Дмитрий Супруненко и Алексей Макряков. На сцене группа «Мандрагора». Добрый вечер. We'll be right back.
горе, ты корень корней. Я вижу узоры из гадких червей, и хлеб сквозь пальцы течет, как песок. В руке крокодилы, где мой сачок? Два саксофониста идут по берегу реки по направлению к болоту, чтобы пустить там пузырьки. Русалка мертвая, прекрасна, ее убил скополамин. Она специально отравила, чтобы украсить этот мир. Я был в воде, я был в воде. Я ползал по огромной бронзовой трубе. Я ходил сквозь деревья, я летал над землей, и каждый фантом узнал, что я не чужой. Мандрагора. Мандрагора. Спасибо, группа Мандрагора. Группа Мандрагора! Спасибо всем большое. Мы очень рады участвовать в этом концерте и рады вас видеть в этом зале. Спасибо. Группа Мандрагора, ваши аплодисменты! Ну, а продолжает наш концерт музыкальная история, рассказывающая нам о целом пласте отечественной музыкальной культуры, имя которому... фонограмма, или, как ласково называют ее музыканты, фанера. Оказывается, можно не уметь петь, можно не уметь, может быть, даже... вообще не иметь даже, может быть, музыкального образования, вообще ничего не иметь такого, что позволило бы тебе называться музыкантом. Но при этом достаточно
научиться прыгать и кричать очень интересные фразы, ну, про ручки, про ножки. О том, как это происходит в провинциальном городе, сейчас нам расскажет автор и исполнитель Александр Бычков. Музыка, слова Александра Бычкова, аранжировка Александра Дубровкина. Фонограмма. На сцене Александр Бычков, встречаем! Добрый вечер. Ну, поскольку песня, которую я вам сейчас пою, шуточная, прошу отнестись к ней вполне серьезно. Поскольку в каждой шутке есть доля правды. Будьте! Вы сами понимаете. Это же так просто! Не вижу ваши ручки! Веселее! Представьте, что вы на стадионе «Торпеда», а не в концертном зале имени Танеева. Сегодня в нашем городе волнение, на стадионе супершоу представление. Приехала известная тусовка, и все крутые, и все в кроссовках. Динамиков приперли два фургона, мешок гитары, три магнитофона, еще контейнер всякого там хламу, чтоб мозги парить нам под фонограмму. Ну и совдеп, ну и артисты, процентов 70 все аферисты. Ну и совдеп, ну и артисты, процентов 70 все аферисты. Народ премудростям артистов не обучен, а на известное дерьмо клевать приучен. Сидит и слушает магнитофончик, в ладоши хлопают как можно громче. Играть живьем теперь почти никто не может, зато на сцену лезут с очень умной рожей. Еще б назад лет 10 не обрался в сраму, сегодня чешут все подряд под фонограмму. Ну и совдеп, ну и артисты, процентов 70 все аферисты. Ну и совдеп, ну и артисты, процентов 70 все аферисты. У нас парнишка тут один, соседский, Коля, учился в этой, как ее, в музыкальной школе. На выпускном экзамене программу играл Чайковского «Шельмец» под фонограмму. И вот сидит народ в таком большом загоне. Да я про тот концерт, тот, что на стадионе. Артистов многим людям не видать ни грамма, зато орет, как лев в саванне, фонограмма. Ну и совдеп, ну и артисты, процентов 70 все аферисты. Ну и совдеп, ну и артисты, процентов 70 все аферисты. Попсовых песенок налепят по кусочкам, про то, как он по ней скучает вечерочком, про слезы, грезы, про дожди, как он страдает, как он во сне ее целует и ласкает. Ну а девчоночки с куриными мозгами прям умываются горючими слезами. Доходит дело тут порой почти до драмы, когда поет такой кумир под фонограмму. Ну и совдеп, ну и артисты, процентов 70 все аферисты. Ну и совдеп, ну и артисты, процентов 70 все аферисты. Ну и совдеп, ну и артисты, процентов 70 все аферисты. Ну и
фонограммы! Ваши аплодисменты! И мы продолжаем. На этой сцене было очень много интересных исполнителей. Но та исполнительница, которая выйдет сейчас на сцену, интересна не только тем, что она поет, не только тем, что она сама пишет свои песни, но и тем, что она великолепно играет на саксофоне. Я думаю, что вы уже догадываетесь, кто это. Это Вера Родина! Музыка и слова Веры Родиной, аранжировка Алексея Сидорцева. Песня называется «Море». Поет Вера Родина. Встречаем! Вера Родина, встречаем! Я люблю
наш концерт продолжает выступление группы «Эпицентр» из Мурома. Вы знаете, буквально накануне этих концертов произошло несчастье. Один из участников группы сломал ногу. Это очень серьезная проблема, к сожалению. Но тем не менее, участники этой группы сегодня здесь, на этой сцене, и будут радовать вас своим искусством. Группа «Эпицентр». Песня называется «Я люблю рок-н-ролл». Группа «Эпицентр», город Муром. Такого вы еще не видели. Встречайте. Ногу сломал наш вокалист, к сожалению. Он сейчас лежит в больнице. Мы его все любим. И его функции сегодня буду выполнять я, соло-гитарист. И тем не менее, я хочу присоединиться ко всем поздравлениям, которые сегодня звучали с этой сцены в адрес участников, в адрес организаторов этого проекта. И мы хотим сегодня исполнить песню, которая вошла также в этот компакт-диск под названием «Я люблю рок-н-ролл». Но сегодня мы исполним ее в концертном варианте, то есть в том виде, в котором мы обычно исполняем его на наших концертах. Итак, «Я люблю рок-н-ролл». Приехали. Поехали дальше, да? Руководитель группы соло-гитара Михаил Гусев. А теперь моя любимая песня. We'll be right back.
рваных носов. А я люблю рок-н-ролл, я обожаю рок-н-ролл. А я люблю рок-н-ролл, я обожаю рок-н-ролл. Кто любит лето, а кто-то слабый пол, а кто терпеть не может регби и футбол. День прожил и очень там урал. А я люблю рок-н-ролл, я обожаю рок-н-ролл. А я люблю рок-н-ролл, я обожаю рок-н-ролл. Thank you.
не уходите, не уходите. Удивительный коллектив. Группа «Эпицентр». Группа «Эпицентр», город Муром. Надо сказать, что сегодняшний концерт уникален и по составу участников, и по разнообразию представленных стилей. И ко всему прочему, уникален тем, что здесь, на этой сцене, вы можете видеть и совсем молодых участников, совсем молодых музыкантов, как ваша покорная слуга, и тех, кто уже зарекомендовал себя в музыкальном мире. Это в полной мере относится к исполнителю, который очень популярен среди танцующей публики. Он записал уже 5 магнитоальбомов, последний из них «Ледяное сердце» вышел совсем недавно. Вы уже догадались, что речь идет о певце, исполнителе и композиторе Алексее Кузнецове. Похититель дамских сердец. Авторы композиции, которая сейчас прозвучит, Алексей Кузнецов и Марина Голышева. Называется композиция «Обманщица». Встречайте, Алексей Кузнецов! Ты уезжала в край чужой, любить и помнить обещала, но, посмеявшись надо мной, сама другого повстречала. Я так хотел тебя забыть, но было с каждым днем больнее. Я даже смог тебя простить, моя любовь была сильнее. И обманщица, обманщица, я потерял покой и слышу: вернись ко мне, обманщица, я быть хочу с тобой веселей. Обманщица, обманщица, с тобой я счастлив был. Зачем ты так, обманщица, ведь я тебя любил. Зачем ты так, обманщица, ведь я тебя любил. И руки выше, веселей! Я не слышу, веселей! Я звал тебя своей судьбой, был обвинен твоим дурманом. Не ожидал я, что любовь твоя окажется обманом. Ну как теперь мне дальше жить? Ты мою душу раздавала. Ну как тебя мне позабыть? Ты в сердце мне навек запала. Привет, обманщица! Я тебя любил. Где вы, обманщицы? Я не слышу, веселей! Обманщица, обманщица, я потерял покой. Вернись ко мне, обманщица, пить хочу с тобой. Обманщица, обманщица, с тобой я счастлив был. Зачем ты так, обманщица, ведь я тебя любил. Все,
сердца, ведь я тебя любил. И руки выше, спасибо, я вас люблю. Еще, еще. Спасибо, спасибо. Спасибо. Я хочу сказать спасибо. Я хочу сказать, что сегодня мое самое последнее выступление во Владимире. Я очень рад, что оно такое замечательное. Спасибо вам, замечательным зрителям. Спасибо строителям этого проекта. Заканчивается моя периодическая деятельность во Владимире. Я уезжаю работать в Москву, но я жду встречи с вами всегда. Я вас всех очень люблю. Спасибо, я люблю вас. Спасибо. Еще раз ваши аплодисменты Алексею Кузнецову! С огромным удовольствием я хочу представить группу, которую очень хорошо знают во Владимире, но которая любовь снискала прежде всего в своем родном городе Радужный. Это «Акустический лес». Музыка и слова Стаса Кондакова. Песня называется «Вот такое дело». На сцене группа «Акустический лес». Встречаем! Запылают дома, когда вместо церкви из окна увижу вещь, когда зарыдаются, стонут мои города, когда мать проводит последних православных на смерть. Ой, святая Русь, всеми забытая, за тебя молюсь, почти пропитую небо да земля, мое больное тело и на том стою. Вот такое дело. Когда на твоих глазах застынет слеза, от буржуев бездушья и от неверных и зла, когда с запахом хлеба смешается запах дерьма, и в черных одеждах почти пробитую небо да земля, мое больное тело и на том стою. Вот такое дело.
пропитую небо до земля. Мое больное тело и на дом стою. Вот такое дело, ой, святая Русь, все не забывают, за тебя молюсь. Почти пропитую небо до земля. Мое больное тело и на дом стою. Вот такое дело. Спасибо, группа «Готический лес». «Акустический лес». Спасибо, до свидания. Заходите еще. Итак, мы продолжаем, и следующая группа. Это группа, с которой связано начало профессиональной звукозаписи в Владимире области. А песня, которая сейчас прозвучит, была написана 10 лет назад. И в то время была очень популярна на дискотеках страны. Сейчас эта песня приобрела новое звучание. Но я думаю, что те, кто хотя бы раз ее слышал когда-то, пусть и давно, вспомнят слова и будут петь вместе с группой «Миди-поп». «Радуга», группа «Миди-поп». Встречаем! Встречаем! Кто еще нас помнит, кто помнит эту песню, пожалуйста, пойте с нами, если можете, хотите танцевать.
сторону Мидипоп. Группа Мидипоп, ваши аплодисменты. Автор музыки Геннадий Пешков, автор текста Михаил Качанов. Аплодисменты. Труппа Мидипоп. Ну, а сейчас слово предоставляется одному из организаторов этого проекта и продюсеру компакт-диска Михаилу Качанову. Мы оставим тебя одного, Миша. Нет, я же не один. Спасибо огромное. Вот знаете, я сейчас в руках держу этот компакт-диск, и мы недавно с Сергеем Одинцовым и Давидом подсчитали, что мы начали эту работу в феврале и заканчиваем в ноябре. И получается, что ровно 9 месяцев от зачатия до рождения этого нашего прекрасного младенца. Вот. И вы знаете, я сейчас хочу просто сказать слова благодарности людям, которые и делали, и помогали нам делать этот компакт-диск и, естественно, концерт сегодняшний. И прежде всего я хочу поблагодарить всех участников, ну, кто подавал заявки, во-первых, на компакт. Их было 64, напомню. Спасибо им огромное. Я очень благодарен этим 19, которые попали, прекрасным музыкантам, артистам, за их терпение, за то, что доверились они нам, ну и, конечно, за их талант. Я благодарен радиостанции «Европа плюс» Владимир и Сергею Одинцову, директору, потому что без него, конечно, не было бы ничего. Я благодарен Давиду Бангишвили, руководителю фирмы «Totus Flat», это наш спонсор, потому что если бы он не дал деньги, то тоже бы ничего не было. Огромное спасибо людям, которые работают в моей студии, МК-студии, и прежде всего, конечно, Сергею Стригину огромное спасибо. Огромное спасибо филармонии Владимирской и, конечно, прежде всего, директору нашему Анатолию Ивановичу Антонову. Спасибо, да. Он где-то здесь, кстати. Так же волнуется, как и все мы. Огромное спасибо нашим властям. Я очень благодарен Игорю Васильевичу Шамову за то, что он сегодня на нашем концерте. И я надеюсь, что, может быть, после этого концерта и после этого нашего проекта немножечко изменится у власти отношение к этому нелегкому жанру. Ну и, конечно, больше всего и все наши эмоции, вся наша любовь вам, уважаемые слушатели и зрители, потому что, когда вы хлопаете, когда мы слышим ваши аплодисменты, улыбки видим, это действительно, ну, самое главное, что нужно музыкантам. Я благодарен вам всем за то, что вы сегодня пришли, потому что мы вас все очень-очень любим. Все, кого любим, останутся в сердце всегда. Песни о них напоют нам ветра. А сколько дорог нам еще выбирать? Сколько камней еще надо собрать? Все, кого любим, и вот уже строят дворцы. А кто-то спросил, за что умирают сы. Когда лихолетие пройдет, будет любовь. Еще не отмыта с дорог невинная кровь. Все, кого любим, повесят на крест из любви. И тихо мы шепчем: Господь, помоги. Друг другу помочь
если кто-то в беде. И если мы любим, спасибо судьбе. Все, кого любим, все, все, кого любим. Родина есть, значит будет и честь. И хватит на всех простого тепла. И все, кого любим, будут в сердце всегда. Кого любим? Спасибо, вас всех любим!